Когда мы говорим о том, что решение в изменении человека, все хотят измениться. Мы в интегральном воспитании хотим дать пример, а здесь как раз нет такого примера. Я могу быть в компании каббалистов и при этом... В интегральном воспитании по отношению к людям, по отношению к 99%, там, конечно же... Но почему? Там мы должны показать, насколько мы обнимаемся, какие мы товарищи, какие мы хорошие. Ты не можешь показать им, что ты тут вообще просто крушишь все, ненависть горит. Они не поймут, что это путь к исправлению. У них исправление, когда все хорошо и красиво, только добавляешь все больше и больше. Нет у них противоположности свойств, потому что нет двух сил получения и отдачи. Только сила получения. Так я в моей силе получения учусь, как стоит вести себя, чтобы получить больше. И все. Их исправление после тебя. Это как стадо. Так я нахожусь в обществе каббалистов, не получаю никакого хорошего внешнего примера поведению. Нет. Так как я тогда могу обрести свойства Творца? Есть у тебя материал, который ты изучаешь, есть у тебя семинары, есть у тебя учитель, который объясняет, и ты должен войти чуть-чуть внутрь в себя и в других и начать видеть, насколько каждый работает над собой, а не внешне. Да. Но в чем проблема того, что нам немножко надбавить и во внешнем? Ведь тяжело говорить о любви и видеть примеры не очень-то хорошие. Поэтому правильно и пишет раба, что необходимо некоторым образом, как-то внешним образом, немножко принижать себя перед товарищами и говорить с товарищами о величии цели и Творца. Да, так он говорит, что для новичков это необходимо. Но если ты спросишь меня, я не скажу вам, но я бы... Это противно. Это не та форма, которая может привлечь цели настоящего человека. Хотя это трудно. Я с тобой когда-нибудь вел по-хорошему? Но ты помнишь, что вдруг что-то произошло? Не помнишь. Я помню, в первый раз, когда мы за границу поехали, ты и я, там на 2-3 недели, так ты от меня получил отношение весьма и весьма там нехорошее. Это специально. Да. Нет, ну это невозможно. Невозможно. Нет. Дети — это что-то другое. Новички — это что-то другое. Но мы также и не можем, но вот по нашей природе, мы не можем, должны стараться, насколько возможно, и в соответствии с уровнем. И в соответствии с уровнем. Если человек работает внутри и делает все, то, ну, какое имеет значение, как он ведет себя снаружи? Он не может, ну, не знаю. Это не видно снаружи. Если только, ну, если он согласен, то есть если он включается в группу, и группа говорит, с сегодняшнего дня дальше мы теперь только улыбаемся друг другу, так он принимает это в качестве духовной работы и начинает улыбаться. Все. Все.